Всем привет! Косплей фильм «Довод» сегодня начало с конца. Вставил продажи, чтобы заинтриговать Дивайн. Спасибо за просмотр, как обычно лайки, подписки, комментарии, залетайте в Дискорд, смотрите другие видео на канале и удачи в крафте. Это видео выходит на Бусти или Buy Me Coffee для платных пользователей на день раньше. Так сказать, спасибо за то, что пользуетесь моими услугами, если вы понимаете, о чем я. Теперь переходим к базе. База фокусит амулет, не карабченный, не мирный, стоит в районе 40 дивайнов. На этой базе нам нужно поймать плюс 2 ко всем гемам, и чтобы этот мод был только один, то есть X-Trick, затрата алхимик и скоуров. Примерная стоимость дивана 4, наверное, этот крафт. Итак, в теории. Вообще много чего можно сделать с этим амулетом, но я выделил 3, по моему мнению, самых простых варианта. Первое, что мы можем сделать, это продать как болванку. После того, как поймали плюс 2 гемом, докрачиваем префикс Canby Change и сковрим. У нас получается синий амулет с плюс 2, готов к продаже. Дальше пусть другие, что хотят с ним, то и делают. Что хотят, то и крафтят. Какие угодно гемы, там плюс 2 к физе, фаеру, лайту, колду, что угодно. Импринтит и... Вот. Докрафтили перекс Canby Change, кидаем скор, все, получился синий амулет. Второй вариант, это добавить плюс 2 к хаос гемам. Делается это просто со 100% вероятностью. Также крафтим Canby Change, идем в Harvest, Add Remove, хаос. 100% вероятность, у нас плюс 2 к хаос гемам. И дальше мы можем докрафтить на станке скорость броска мин. Теперь на практике немножечко паролил. Кидаем анулики. Не вышло, промахнулись анулями, заново ролим алхимками. Снова кидаем анули. Получилось оставить только плюс 2 гемом. Докрафчиваем префикс Canby Change. И add remove house. 100% вероятность. У нас получается плюс 2 к хаос гемам. И докрафчиваем хороший ролл. Скорость броска мин, можно еще каталистами там на скорость увеличить этот параметр. Третий вариант чуть сложнее, но и стоит он дороже. В нем нам понадобится бесценный импринт, так как не будет 100% вероятность на крафт. Делаем синий амулет с плюс 2 гемом, как в первом пункте, и импринтим его. После этого нам надо обратно сделать его желтым, для этого кидаем регал и ануль в надежде, что у нас останется плюс 2 гем. Если не осталось плюс 2 гем, у нас все еще есть импринт. Далее, поскольку у нас есть желтый амулет с плюс 2 гем, мы крафтим Control Attack мод. В Харвесте дальше кидаем Add Remove на выбор, что мы хотим. Плюс 2 к лайту, или плюс 2 к колдой, или плюс 2 к какому-то гему. Это с вероятностью 50%. Дальше мы красим префикс Canby Change на этом амулете и в Reforge Harvest'е, к примеру, Caspit или Crit Multi, что нам больше нравится. Теперь все это на практике. Делаем импринт с Magic амулета на плюс 2. Пытаемся регалкой анулем попасть, чтобы у нас остался плюс 2. Крафтим на станке Control Attack мод. Теперь add или remove того элемента, который мы хотим. Опять же, cold, fire, light, fizz.
вероятностью 50% прокнет то, что нам нужно. Если не прокнул, у нас все еще есть импринт. Мы импринтим и делаем все заново. Далее докрафчиваем prefix can be changed и рефоржим кастер для каст спида. И молимся на хороший ролл тир мода. Если у нас выпал плохой тир, то мы, у нас есть импринт, мы импринтим и все заново. Тут, конечно, я проверяю цены, они высокие, по таким ценам не продастся амулет. Теперь я к плюс 2 колду хочу докрафтить крит мульти. То есть все то же самое, вместо лайта только колд. Накинули колду крит мульти, тоже смотрим цены, и опять же по таким ценам, конечно, ничего не продастся, но все равно плюс будет хороший.